Дорогой, у меня положительный тест. Вот блин, теперь 2 недели карантина. Врач сказал, что 9 месяцев. Подписываемся и слушаем дальше. Для того, чтобы молодым вернуть способность для ужина при свечах, детей вытащить из-за компьютера, а их родителей оторвать от телевизора, удалось всего лишь при помощи небольшой ошибки электрика Петрова. Блинка! А что такое наивность? Предположение о том, что русского человека от выпивки остановит отсутствие закуски. А я эконом-классом никогда не летаю. Молодец! Летаешь первым или бизнес-классом? Нет, плацкартном. Олимпико! Решил я перейти на здоровое питание. Начал чистить мандаринку, а он как брызнет мне в глаз. Колбаса бы так не сделала. А кто это сделал? Яблочный спас, это что такое? Это мастерская по ремонту айфонов. Вы молитесь перед едой? Нет, мы умеем готовить. В моем возрасте приготовление к Новому году сводится не в поиске хаты для этого, а в поиске желания вообще отмечать его. Фима, ты обещал любить меня вечно! Роза, вечно не значит непрерывно. Прибор для глашки. Сколько букв? 5. Кошка. Зашел ночью в пивной магазин в маске. Оба продавца быстро нырнули под прилавок. Я офигел, что произвел на них такое впечатление. Потом они вышли с масками. Оказывается, думали, что я проверяющий масок. Я прошу руки вашей дочери. Мы не против, но учтите, что рука у нее тяжелая. Ты чего плачешь? Мне шампунь глазки щиплет. Тебе же 55. По-твоему, вот этого глазка менее больно? Дед Петруха пришел в ресторан и спросил у официанта бутылку вина. Официант говорит, вам красного или белого? Дед Петруха говорит, мне все равно, я дальтоник. Липтико. Доктор, у моего мужа совершенно расшатаны нервы. Куда бы вы нам посоветовали поехать? На море или в горы? Вам на море, ему в горы, или наоборот. Чем отличается плохой корпоратив от хорошего? Первый легко забывается, второй с трудом вспоминается. Дед Петруха приходит домой тупо пьяный. Старуха кричит на него. Ах ты сволочь такая, где слялся? Почему на щеках следы губной помады? Дед Петруха говорит. Я был на работе, вот тебе подарок. Вы отдаете ей кошелек с деньгами. Старуха смотрит и говорит. Ну ладно, да, бедненький, заработался. Давай щечки вытру. Ты свою жену любишь? А кто ж ее не любит? Липтико. Дорогая, скажи, какие у тебя самые любимые праздники? Ну, 8 марта, а потом день рождения подруги. Она меня на 5 лет старше. Ну, дни, когда ломаются весы, а еще когда антенна не ловит каналы о спорте. Да ты успокойся, я тебе говорю. Посмотрим эту пьесу. Не понравится, уйдем после 2 акта. А почему же не после 1-го? Боюсь, после 1-го не пробьешься в гардеробу. Все будут уходить. Подписываемся, кликаем на колокольчик.